Так, к доске пойдет. К доске пойдет. Что, лес рук? Да? Не выучили опять ничего? Ты, Хаги-Ваги, а ну выбрось жвачку на уроке. Еще и шарики надувает. Директору тебе и родителей в школу. Ты меня слышишь вообще? А ну иди к доске, отвечать будешь. Хаги-Ваги, так тебе и надо. А это его подружка Киси-Миси. Ну, так, давай, 2 + 3, пиши. О, я вроде знаю, как называется этот динозаврик. Вроде как птеродактиль. Катя, ты открыла следующего динозаврика? Кто там попался? Нет, Дианка, открывай еще сейчас. О, смотрите какой. Вроде и грозный, а вроде и смешной. Кать, сходи, пожалуйста, за хлебушком. Мам, ну мы тут играем, только начали. Посмотри, у нас какая коллекция этих динозавриков уже. Ух ты, здорово. Ладно, пойду спрошу у Макса, может он сбегает. Макс, сходи, пожалуйста, за хлебом. Фу, опять эти страшные игрушки. Я же их на балкон убирала. Макс, ты опять? Мам, мне нечем играть. Дианка, Катя и Даник забрали всех моих динозавров. Ну я и устроил тут школу Хаги-Ваги. Вообще-то мы тут учимся. Учитесь? Ну-ну. Если ты сегодня прибежишь к нам с папой спать, я их всех выкину на помойку. Я тебе обещаю. Ну что, сходишь за хлебом? Мам, а как же школа? У нас урок идет вообще-то. Так, я директор вашей школы. Объявляется большая перемена. Все свободны. Ладно, давай денежку, сбегаю быстренько. Так, а вы не разбегайтесь, чтоб в школе были. И в столовке долго не засиживайте, поняли? Держи 50 рублей. Купи нарезной батон. А уж за твоими этими я тут присмотрю. Хорошо, мам, уже бегу. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а где у вас лежит батон? Весь магазин обошел и не нашел. Здравствуй, мальчик. А не нашел, потому что хлебушек еще не привезли. Приходи через часик. Да как так-то, зря пришел, что ли? А двух больших перемен не бывает. Все, я второй раз не пойду. О, а что это он делает? Это кто такие? Это Хаги-Ваги. Ого. Он их складывает в автомат с игрушками. И что это значит? А это значит, что теперь в этом автомате можно выиграть Хаги-Ваги. Ой, какие они страшнючие. Отлично, все готово. И этот автомат заполнен. Я теперь хочу выиграть одного из этих Хаги-Ваги. У меня таких еще нету. Сколько стоит? 50 рублей как раз. Все равно хлеба нету. Сыграй раз. Так, ну что ж, игра началась. Ха-ха, серенький, синенький или красненький? Как думаете, какого Хаги-Ваги поймать? Какого получится? Вот этот вроде поближе всех. Сейчас попробуем. Так, поехали. Вот он, прямо здесь. Так. Давай, ешь его. Ну... еще чуть-чуть. Ну, тащи. Давай, молодец. Так, осталось как-то донести его до этой штуки. Ха-ха, и встретить его здесь. Есть! Я выиграл Хаги-Ваги. Итак, друзья, сейчас вы сможете увидеть рождение Хаги-Ваги. Маленького малыша. Давай, вылезай. Привет, малыш. Теперь ты будешь жить у меня. Так, ты еще маловат для школы, наверное? Ничего, сделаю для тебя детский сад. А может, завтра мама еще денег даст? Ну, в школу. Я еще таких навытаскиваю. Макс, ты купил батон? Мне нужно бутерброды на завтрак делать. Не, мам, не купил. Там это, хлеба еще не привезли. Очень рано завтракать собираетесь. Сказали, через час приходите. Ну как так? 9 часов, но у них в магазине хлеба нет. Давай 50 рублей, я схожу попозже. 50 рублей? Мам, тут такое дело. И я когда в магазине был, там дяденька в автомат Хаги-Ваги загрузил. И я его выиграл. Макс, ну если выиграл, это же бесплатно. Правильно? Давай 50 рублей. Мам, ну как бесплатно? Там, чтобы в автомат поиграть, нужно 50 рублей положить. А Хаги-Ваги я выиграл. Здорово! Значит, получается, не выиграл, а купил! Макс, ну куда тебе их? Посмотри, уже целая комната.
Извини, но смотри, какой он прикольный, я не мог пройти мимо. Дети, зубы почистили? Все, ложимся спать. Макс, Макс, ты спишь уже? Молодец какой. Фу, с этим хаги-ваги. А? Кто здесь? А? Что это за звуки? А! Фу, хаги-ваги, что ты тут делаешь? Ты же был на полу. Как ты сам это делаешь? Кто тебя нажимает? А? А тебя кто нажимает? А? Что происходит? Хаги-ваги, вы чего? Ожили, что ли? Дурдом какой-то, этот на моем ноутбуке играет. Мама! Мам, у меня там мои хаги-ваги комнату мою заняли. И, короче, они сами двигаются, шевелятся и на компьютере играют. Мам! Макс, ты издеваешься, что ли? Я тебя предупреждала, не покупай ты этих страшилищ. Пойду посмотрю на твоих хаги-ваги. Макс, все здесь нормально. Никто не ходит, не шевелится и ни во что не играет. Эти в школе в твоей как сидели. А этот с тобой спал. Я когда тебя проверяла, так все и было. Давай, все, ложись спать. Мам, я тут боюсь с ними. Макс, да тебе приснилось. Мам, можно с тобой посплю, а? Так, нет, все, мне это надоело. Завтра же выкину всех твоих хаги-ваги, понял? Ладно, мам, я сам их выкину. Мне не спать мешает. Я надеюсь, что это сон был. Они на самом деле, они оживают. Доброе утро, Макс. Выкинул всех своих сожителей из комнаты, а? Да, мам, вот, смотри, что сделал. Все, хаги-ваги, рип. В смысле, рип? Ты опять... Изображение этого чудовища у себя в комнате оставил. Что это такое? Что такое рип? Ну, мам, это типа так принято. Вот, это могила, а рип это типа все. Хаги-ваги умер. Фу тебе, час от часу не легче. Ты в комнате еще надгробие устанавливать для хаги-ваги. С ума сошел? Быстро неси это на помойку. Ой, ну как бы так получается. Ладно, мам, этого тоже выкину. Все, все, челлендж без хаги-ваги начинается. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дриналка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока, пока, хаги-ваги. Пойдем, я найду тебе место на улице. Не на улице, а в мусорке. Сейчас установят где-нибудь на площадке. Все дети перепугаются.